понял, типа, я не знаю, а тебе нравятся такие видосы? Слушай, ну я просто смотрю и для себя, знаешь, как не надо делать. Но тут бывают смешные моменты, брат, без рофлов. Ты понял, я вообще, в принципе, не смотрю там, ну, YouTube, это все дело. Ага. Брат, ну я так последние дни залип вот этого Артема Вольфа, блядь. Ну, так да, но иногда хочется, понял, вот этого негатива посмотреть. Вот где там пи***цы, челы, типа. Да, блядь, да, да. Вообще по-хорошему, конечно, в этом делать нечего. То есть, ну, здесь мы это смотрим просто со стороны, чтобы больше поржать, там, не знаю. Это не... Покажи мне экран. Да, сейчас. Это типа, не, так, не контент, который, типа, серьезный. Вот, это нужно просто мимо скипать, и главное, самому быть адекватным человеком и разумным, и все. И не быть в таких ситуациях, потому что это ужас какой-то. Так, я включаю. Зачем мне разбираться? Шарашки, на котором вы прекрасно об этом знаете. Что, сейчас Яндекс закроет. Ну, все тогда. Из этих грязных чехлов? Из-за того, что ты такой слишком наглый и самоуверенный. Я не самоуверенный, я знаю законы. Я знаю, что ты мне ничего не сделаешь. Вопрос, самый лучший вопрос декабря. А где ребенок? Она стоит по телефону, пиздец, ребенка нет рядом. Делаешь. Я не могу тебе говорить, вы, ничего мне не будет от этого. Я тебе не угрожал, я тебя не бил, я тебя не трогал, я тебе ничего не делал. Там люк рядом. Я с тобой разговариваю. Я с тобой разговариваю, понимаешь? Ты мне не тыкай, ясно? Ты кто такой, чтобы мне тыкать? Мамаша? Я? Убери, понятно. На телефон сейчас деньги будешь отдавать. Да что ты говоришь? Да? Ты таксист, ты вози людей так же, как и возишь, понятно? И не надо здесь стоять трясти. За чехлы ты заплати и буду возить. За чехлы там ни за что будет платить не буду. Мы ездим, понятно, мы вызываем такси, мы ездим, и ты обязан возить. Ты там чистоту обязана соблюдать, да, в машине. Да что ты говоришь, вот Гек, покажи. Да. Вот это хуйня, типа, вот это ежимать нахуй. Да, 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 это классика вообще. Это, бля, это вообще пиздец. Вот настолько низший уровень, блядь. Да, реально. Так, я не знаю. Это не таксизм. Нищее звено, она... Слышишь, Слав, за все видосы, вот один видос только встретили, когда вот там на заднем сиденье пассажирка развопилась, позвонила мужу, говорит, он меня вести не хочет, передала трубку мужа таксисту, да? И муж говорит, просто, высади ее, и все, я сам разберусь с ней, вот. Вот это, плюс реп был. Покажи мне какие-нибудь эти свои документы, что я должна соблюдать чистоту, ну-ка. Какие документы? Ну покажи, что я должна соблюдать чистоту. Объясни мне, ты в машину села. Тупорылая, блядь. И что, ты там можешь сделать все, что хочешь? Ты меня довез, и все, и ты там можешь сделать все, что хочешь? Почему? Нет, я тебя спрашиваю. Почему? Ты там можешь сделать все, что... Где ребенок, хочешь? Ты там выбрал такую профессию. Ты, нет, я тебя спросил. Ты там можешь, что ты хочешь делать. Ты выбрал такую профессию, это... чтобы возить людей. Так что заткнись и вози людей, понятно? А не ставь здесь и трясись. Разговор окончен. Деньги заплати, я разговор окончен. Бля, что ну ты она говоришь, вот за... Бля, она вообще логикой никакой не руководствуется. Вот, она типа работает продавцом в магазине. Он же то же самое мог прийти, просто насрать и на кассу сказать. Ты выбрала профессию пробивать продукты. Так, а тут понял, тут просто уже до конца. То есть тут она начала, и все, это уже не остановиться. Она же не может неправильно. Она не может. Низший уровень, это низшие ступени эволюции. Прям, ну, тупорыло, так. Она же не может неправой оказаться. Все, понимаешь? Это, почему-то это... все могут неправой оказаться. Факт, но... Просто вовремя, сука, вот тупая разберемся. Пизда, больше никуда не... Деньги заплати. Ты больше никуда не устроишься, понял? Помимо своего такси. Уверена? Посмотрим. Уверена? Я говорю, посмотрим. Ты даже меня не знаешь, кто я, где, откуда я. Да что ты говоришь? Сейчас это вашему Денису, там Юрьевичу, кому? Денису Анатольевичу позвонит, мы разберемся, кто... Ну, позвоните. И а... что, Денис меня тоже не знает? Ну, узнает, значит. Что узнает? Машина твоя. Ты на ней ездил. По городу камеры есть. И так чё? Что закрой свой телефон, ту камеру, что-то. И что? Ты можешь проваливать. И деньги заплати, провалю. Деньги заплати, провалю. Ничего больше не надо. Хорошо, сейчас я вызываю милицию. Что, давай. Вызывай. Нормально, она слышишь, решила в прошлое позвонить. За кому деньги будут? Еще за то, что меня побило, на камеру снято, и сядешь тоже. Да, посмотрим, кто если сядет. Я за что сяду? Я что тебе сделал? Ты не имеешь права бегать за мной, тут и просить мне деньги, понятно? Все, ты когда вышли, ты ничего себе не предъявил, мне не предъявлял? Я не видел, ты понимаешь, я не видел. Таксист должен сразу посмотреть. У меня берет муж, кого-нибудь там везет, вчера телефон, например. У него муж таксист, я правильно понимаю? Айфон оставили 7-й. Он повернулся, посмотрел, бардачок его засунул. Отдал. Друзья, ровно 3 года. А, у нее муж таксист. Понял. Боже, блядь, какая тупая пи***а, нахуй. Муж не просто уебище. Получается. Она захуесосила, блядь. Таксистом за что-то, блядь. А в итоге у нее муж таксист, Слава, чтоб ты понимал, блядь. Божечки мои, какой у ее... А как же, блядь, не повезло, нахуй.
мужа. Свиножница. Какой уютный. Да, это когда они это видят, я уверен, они просто жестко думают пиздец. Яндекс вам как показал дорогу? Нет, дорогу как вам. Как будто озвучка вообще с другого места. Нет, там без разницы. Нам сказали, от точки до точки 500 рублей. Окей, мы согласны, мы так и везите, и, пожалуйста, можно мы дальше поговорим 20 человек? Я могу вам дали поездочки. А, это чел, я думал, это две подруги едут. Где картатуй, нахуй? 67 рублей. Ну, я понимаю, 500. Мы давно не виделись. Можно мы поговорим, пожалуйста? Конечно. А, вы довезите нас до места? У вас есть место, куда мы будем? Короче, рассказываю ситуацию. Типичная ситуация. Утро, СПБ, после тусовки едут. Так, да, еще раз. У вас есть? У вас у меня есть. Я не не виделись. Окей. Едут в руки и давать шерки. Можно только вы поставите точку, чтобы я поехал. Мы уже все поставили. Я поехал, чтобы по ЗСД. И, во-первых, за СД стоит там деньги, это будет это пассажир платить. Можно мы поговорим, пожалуйста? Можно? Яндексу, можно вы не будете тратить мое время, моей жизни, которое стоит дороже? Давай. Нихуя, мне кажется, еще... Вы не будете тратить мое время. Да, все, окей. Вот таким... Тогда не тратьте мое. Ну давайте тогда мы не поедем, вот оставим другую, заказывайте. Мое время стоит дороже, не тратите. Чем вы занимаетесь? Я безработная. Ну, чем занимаетесь? Ну, либо... будут ебать. Общайтесь с Яндексом. А это 5000 час. Вы говорите, это мое проблема, это не мое проблема. Я не пойму, это нога у нее там? Наверху или что это? Как там это лежит? Нельзя позвонить, там можно. А, реально нога она закинула. Не, можно, вроде. Я тебе говорю, она под солями, блядь, переёбанная, блядь, шуха. Я вам объясняю. А чел реально, чел это... Почему я должна слушать водителя, все, черт подери. Вы же тупо водила. Я почему должен слушать? Водила, водила. Да, блядь, что с людьми на... Рулём, вот и веди машину. Чел, вот сука, ну ты можешь её заткнуть? Ты сидишь, улыбаешься. Ты мне, ты возникаешь. Да? Да. Назад едем. Обратно меня ведёт? А куда ещё? Правильно делать. А куда тебя? На помойку ведём. Напиши дальше вот ему. А, сейчас. Заткнись, стример, чел пишет. А там чел просто, слышишь? Каблучок. Да бля, просто непонятно почему, знаешь, то есть типа, вот чтобы так выебались нахуй. Да. Потому что вообще никто, блядь, выбрать. Факт. Просто, ну, какого хуйня пиздец, просто... типа, блядь, про почему? Время дороже, не дороже, блядь. Просто в какой момент она поняла, блядь, что она так может самоутверждаться, типа, почему она так позволяет тебе говорить, а вот это воспитание. Вот это, блядь, проблема людей, брат, потому что она накатила, понимаешь, блядь, и все, она, блядь, царица, она. Если вот, кто-то... Ну, Астя послушала, нет, пиздец, не... у нее намокло, ушли, блядь, ёбать, блядь. Вот, это я думаю, что это воспитание, ребят, дело. Я думаю, что это воспитание. Это к родителям, наверное, вопрос надо задавать. Она пьяная, блядь. Да вообще, какая она, блядь. Ты ее проблемаешь, она пьяная, если блядь. Если ты водитель, вы не ругайтесь. Если ты водитель такси, будь добр. Сиди и молчи в тряпочку. Такси. Это просто такой, блядь, фишочек. Смотрите, зайка какой. Щеночек тянется. Щеночек, да-да-да. Это как у Баёва с Марсом, блядь. Как ее зовут, забыл? Этот, как собачку Юли зовут у Макса? Не Морфи, не Морфи. Как ее зовут? Шелби? Эшли. А, Эшли, такой, Эшли. Такой, смотри, тянется там у тебя. Вы общаетесь того. И не более того. И не более того. Я общаюсь. И не более того. С тобой. Я персонал. Не мне на... Хочешь назад меня отвезти? Можно я помогу? Конечно, вас назад. Я вас не... Чел, скажи хоть что-нибудь, сука. Я не хочу просто таким... Дорогой! А можно, пожалуйста? Я вам не дорогой. Можно, пожалуйста, водителю оно заткнется и даст мне подумать мудрому человеку, который... Кстати, челу плюс реп. Как же он, блядь, скипает эту хуйню? Как же он понимает, что... Честно, брат, я вот знаю свой характер, я бы уже просто, блядь, хуй знает. Вот чел просто, блядь, вот да, походу у него вот голова на плечах, знаю, брат, мудрый. Я не знаю, как люди это держат, как вот эту хуйню терпят. Вот если, ну, такое, я просто, ты чё, уебаешься, пизда, сука. Мне кажется, брат, блядь, он даже не терпит, он просто понимает. Вот он просто, понимаешь, он знает себя и, как это, ну, типа у него есть свой стержень, и он знает себе цену, и он не хочет опускаться вот до этого уровня. И зарабатывает, ну, правда, нормально, сука, и... Живет нормально. Это без, вот, не важно, сколько вам. А мне можно мы заткнёт? Все. Ты чё? Ты посмотри на это животное. Ты чё? Животное, блядь, лапу ты убрала? Ты посмотри на это, блядь, ей зерна насыпьте на асфальт, она пойдет клевать. Убери нахуй.
свои палочки для рук. Нет, давайте. Нога уберите, пожалуйста. Видите, нет. Так, да. Нога уберите, пожалуйста. Нет, я везу их не на вашей машине. Если вы будете... Почему? Это моя машина. Смотри, чтобы у нее пи***ь не выпало, блядь. Это шмонька, блядь, за очком будете вести, получите. Это моя машина. Чел, сука, меня бесит, чел, что ты хуйни сидишь, да, блядь? Уже ноги уберите, пожалуйста. Нет. Как он ее вообще трогает, это животное, блядь? Ноги уберите, пожалуйста. Вот это нахуй, блядь! Смотри, ему, блядь, еще не смотри, блядь. Ноги уберите, пожалуйста. И ты въебала, получил, щенок. Уберите ноги, пожалуйста. Да, нет, пожалуйста. Вот ты мне на ухо не говори. Ноги уберите, пожалуйста. Куда? Откуда? Сверху? У меня затекли ножки. Пьяный по твоей вине. Ты царица. Царица. Затекли ножки, мне плохо. Ноги уберите, пожалуйста. Я боюсь, что она просто вот сейчас... Я называю аборт выживший. Ой, в GTA RP, естественно. Какой у вас был такой тварь в GTA RP? ГТА РП, само собой. Ну это жесть, просто, да. Я не понимаю. Самое обидное, что это Петербург, место, ребят. Место. А что у меня какой-то кружок, это блядня, сука. Блядь, ты смотри, что творит, скотина. А я ничего там не вижу. Сейчас увидишь, тут заблюдо. А, с ноги в голову добьет. Блядь, тупая. Ну вот это, честно, вот я бы просто милицию бы вызвал, побои бы снял. Она бы охуенно потом прощения просить. Ноги уберите, пожалуйста. Куда? Откуда? Сверху? У нее каблук есть, да? Я маленькая. А? У нее есть каблук или нет? Ну, я не все равно, рядом, слушай, а нормально. Про обувь. Не-не, ну каблука длинного нет, но там пи***ц. Ножки, равно. Мне плохо. Ноги уберите, пожалуйста. Куда? Никуда угодно. У тебя здесь внизу, у меня нет места. Места. Пожалуйста, мы подъехали. Ой. Бля, ебать, адекватный чел. Ты не отпускай ее, чувак, не отпускай ее. Вызови ментов. Просто ну, надо и пока вызвать, мы да. Со... Просто надо вызвать, чей. И все. И чтобы... Блядь, это ебаный свай был бы, если бы ее как-нибудь осудили за это. Ну, надеюсь, не знаю, вот насчет того, стал ли он это делать, может, он не хотел сам заморачиваться, понял? Вот, но, типа, блин, это надо по-любому. Выйти на блядь, не вариант, к сожалению, ребят, потому что заявление от нее будет. Номер автомобиля могу сказать? Я вас не вышвыриваю, девушка, что такое говорите? Успокойтесь. Жизнь накажет. Что происходит? Успокойтесь, что с вами? Хотите вас... Я тебя бесплатно, урод! Я вас бесплатно отвезу, хотите? Успокойтесь, что с вами? Ой, хотелось это, блядь. Да, блядь. Да, это мой телефон, вызовите скорую, я дышать не могу. Женщина, успокойтесь, что с вами? Вас бесплатно сейчас отвезу. А зачем этот цирк нужен? Успокойтесь. Исходит, блядь. Пойдем найди пульсоксиметр мой. Что? Успокойтесь. Зачем так нервничать? Это паническая атака? Да. Ради чего вы это все делаете? Чел красаву успокаивает. Ну, который дома в мире сердце. У меня тьфу никогда не было панической атаки. Я просто не знаю, как это работает. Мне непонятен механизм. Футбол, да, будет. Таблетницу дай. Да, это таблетки какие-то пьет. Ну зачем вы так начали нервничать? А из-за чего она нервничает-то? Может, цена на 6 рублей поднялась? Ну, там ебать рука у нее, Слав, входит. Я вас отвезу бесплатно, женщина. Чел красава, кстати. У меня давление высокое. Ладно, дальше скипаем, непонятно. Откуда она знает, что у нее давление высокое? Типа, ну, чувствует, если она, давление в том-то и дело. Прикол давления, потому что ты никогда не знаешь, что у тебя высокое давление. Он нас высадил около помойки и выкинуть пытался из авто, я в шоке. А, ну Артур. Понятно все, теперь понятно все, к чему там, блин. Вообще да, нет, вся да. История. Она просто хотела... Я не буду платить 175. Вы чего, у вас шляк вообще, что ли? Блондиночка. Ну, я думаю, у нас поездка, ну, закончится сейчас. Почему тут только женщины? Я на что не намекаю, блядь? Ну что же за хуйня-то, блядь? Ну ебать того рот, да. Тогда что ж это такое за обман-то такой, а? Ну, так, кому хоть нажаловаться-то, а? На это безобразие. Ну потому что, за 175 рублей здесь идет. Я простоял, просто терка, понял? Возня. Сука, брат, у меня ебать, ты меня сейчас, бля, разбудил во мне, на. Пробудил зверя. Геральт из России. Послушайте, я опаздываю, мужчина.
Вы сказали, что вы не будете так платить. Послушайте, я хочу выяснить такой момент. Я вызвала такси на Ворошилова 18, так, на Московскую 44. Опять, я из-за вас опаздывала. Почему мне не поступил звонок? Я стояла, ждала. Ну, такой душный видос, как будто надо дальше. Да, это не смешно, это было. Я опаздывала, потому что... Я не поставила, вы не поставили. Даже на заднем сиденье. Поездка по Яндекс.Навигатору займет 18 минут. Там во дворе первый подъезд. Боже, блядь, все заблюрено, стал... мне не нравится. Я конечно не знаю, где точка стоит, я там туда и приехал. Никаких точек не стоит. Освободите. Я тебе отвечаю, сука. Ничего не случилось, чтобы ты сейчас себе так вел. Освободите автомобиль. Да ты че? Да. Да ты че? А зачем ты такси водишь? Я? Что случилось? Ну, что я работаю. Ты закажи новое такси за 3 минуты, нахуй ты позоришься, блядь. Я работаю. Ну, подвези, сука, что случилось, чтобы ты здесь... Остановила машину, меня здесь высаживала. Что случилось? Что? Объясни! Я вас предупреждаю, ведется видеосъемка. Да, да пусть она ведется до того момента, как это случилось. Что случилось? Вот она. Объясни. Всю дорогу ведется. И что случилось? Я вам открыл окно. В каком моменте? Сразу, как вы попросили. Да ты что? Да. Вам мало. А мне холодно, когда... Ультразвуком заговорила. Холодно. Я прошу открыть окно, ему холодно. И он меня высаживает на проспекте хер знает где вообще. Проспект хер знает. Типа, да, он не хочет завершить поездку, понимаешь? В такие случаи, когда вот, вот чел, который на проводе, он же понимает, что это вся, ну, выеденного не стоит, яйца выеденного не стоит. Я думаю, да. Такси, так вы такси не работаете, понимаете? Не работаете в такси, я молчу. Какая у них тяжелая работа? Он просто... Он говорит, не нравится, высаживайтесь. Нормально считается? Я вам так не говорил. Он меня высаживает вот здесь, в проспекте Мира. Знаешь, где? Я даже не знаю, где. Это опять Питер? Почему все с Питера, я не понимаю? Культурная столица, если что. Надо как у копов перегородку. Факт, кстати, чтобы не слышно было. Думаете, соль? Соль. А в таком возрасте какие соли, боже, блядь, ебаные. Я тут не блевала в машине, сука. Вызовите другой автомобиль. Он говорит, вызовите другую машину. Он хороший, а сука, другие таксисты... И как она бесит, а он, сука, травится. Да, да. Понимаешь? Он подошел с другого мира, понимаешь, инопланетянин. Ох, ёшкин кот, какая же, а. Я не буду. Я хочу, чтобы мы заказали такси, он таксист, и он везет. Так. Я завтра работаю, я выполняю свою работу. Ага. Причем я качата сильно не провала, права не сильно качала, понимаешь? Это товарищ качает права. Господи, она будет с челом договорить всю... Он не открыл. Слава, ты сегодня, кстати, стримишь, нет? Чего? Я не хочу выйти сейчас, но не трогать. Заплакала. Деньги, понимаешь, чтобы он поехал. Это следующий этап. Клиентов нет, так не должно быть. Я не знаю, что я не хочу такие ситуации еще раз. Ситуация с таксистом поспорила. Освободите автомобиль. Могла бы другое вызвать, если что-то не нравится, но по факту. Пожалуйста, и не больше я с матом буду такси без заказа, потому что я так это плачу наличными. И тогда люди себя ведут адекватно. Потому что они понимают, уже что не плачут. Как это получается? Смотри. Никогда не заказывай больше такси по карте, пожалуйста. Так. Я выйду только тогда, когда я почитаю нужно. Понятно? Хорошо. Ясно или нет? Здесь я плачу. А вы, да, ты платишь ебаные копейки, иди нахуй шлюха, блядь, с машины, ебаная, тебе говорят, сука, ты ебаная, блядь. Пипец, это какой-то симулятор, как можно себя за 100 рублей, блядь, царицей почувствовать, да, или чё? Да, да, это просто. Я у вас деньги не брал. Значит, поездка мне не понравилась, я хочу, чтобы вы вернули за нее деньги. Звоните в Яндекс. Вот мы когда решим эту проблему, я тогда выйду. Бля, какая душная, а? Ютуб, а ты чё? Звезда Ютуба, что ли? Платят какие-то ебаные копейки, думают, что им должны вылизывать пиздец, ебаные. Здесь это такие вот, блядь, глупости. О, вот это, кстати, вот это. Ты что ли, мразь какая? Привези меня, ты, блядь! Я сказал,
Довези меня до места, тварь! Довези меня до места, мразь! Меня ждут люди! Мразь, вот я сказала... Вы что так себя ведете? Стоп, стоп, стоп. Что? Как так вышло, что она только что плакала секунду назад и уже не плачет? Не. Там, так это, да, ну, да, да. Слав. Знаешь, есть такая пословица? Не верь слезам шахе, Там есть, да, такая. Ну, короче, ну, так вот. Сейчас плакала, сейчас не плачет. Вы что так себя ведете-то? Вези, мразь, я сказала! Вези, мразь! Тварь, реально, вези лучше! Я не повезу! Вези, мразота! И мразь! Меня подожди. Люди, мразь, ждут! Ты что? Понял? Вы что? Мразь, я сказала, вези! Вы что так себя ведете? Попробуй не отвези, сука, тебя найдут, мразь! Тебя найдут, мразь! Я не поеду! Я сказала, вези! Я не поеду! Ты, вези меня! Я не поеду! Вези, а то сейчас люди сюда подъедут, тварь! Давайте! Люди подъедут. Я сказала, пусть они тебе повезут дешевую портовую. Подъедут, люди в курсе. Специально это сделал, устроил, мразь. Что я делал? Я сказала, меня люди ждут, вези. Я попросила, сука, я тороплюсь, меня люди ждут. Ты сволочь, это из-за того, что я русская, узбек. Ты всех русских ненавидишь. Почему это я? Ты всех русских ненавидишь, мразь. Я не узбек. Я сказала, вези меня. Такой, я не узбек. Меня люди ждут. Вам сказать, тварь, какой я национальности? Тварь, блядь, вези меня, понял? А? Это из-за того, что я русская? О, сука, а блядь, вези меня, тварина. Нет, я не поеду. Мразь, я тебе сказала, тварь. Ты что? Я русская, вези до конца. Блядь, это пипец просто. Что, вы что так себя ведете? Вези, мразь. Вы что так себя ведете? Я сказала, потому что меня люди ждут, я мразь. Я не поеду. Мразь, это жесть. Мразь, как... Да, на минуту позже подъеду. Так если она сказала, я сейчас позвоню, люди подъедут, а она говорит, вези, мразь, мразь, меня люди ждут. Так позвони, не надо вести будет. В чем проблема? Просто ему он просто может тварину подставить, блядь. И что делаете-то? Я сказала, вези меня, мразь. Я не поеду. Ты мразь какая. Мразь! Ты заслуживаешь всего того, что сейчас с тобой происходит, за то, что ты это сделал. Что я сделал? Заслуживаешь. Ты просто девочку, которая тебе ничего плохого не сделала. Девочка, которая... Ты с ней поступил как мразь. Что я сделал? Что я сделал? Девочка, бля, девочка, это кому пи***ю. Ты меня не везешь, мразь, когда меня люди ждут. Вы нормальная? Нет? Ты, блядь, мразь какая, ты видишь меня... Зачем ты, что я сделал? Что ты до меня? Люди ждут. Мразь! Тварина! Чел реально не понимает, что я сделал, говорит. Ну что, вы адеквате, нет, просто женщин? Тварь. Мразь, тварь. Ну, блин. Я никуда не поеду, женщина, ну что? Зря он это говорит сейчас. Что, вези меня, мразь. Сейчас. Просто ты такое животное. Что так себя ведете-то? А прикинь, она просто тебе в машину села. Ты даже не вызывала ее. Ни к тому, ни к тому, прикинь. Да, да, да. Там тачки похожие, вы. Чел в ахуе говорит, да я плохо стоял. А есть информация, что там за ситуация была вообще? Что у них случилось? Не знаю. Наверное, записывать стал только, когда она орать начала. Животное, отмени заказ, я закажу другое такси, животное. Отмени заказ. А, да, вот я не отменю заказ. За 100 рублей. Ты что, тварь такая? Ты говоришь мне, ты не отменишь заказ, и мне такси нужно вызвать. Ты что так, просто ты животное. Ты просто животное, а не человек, тварь. Просто за животное, а не человек. Вы что это, руки поднимайте. Просто тварь. Бедный чел просто, да, сука, мне жалко его. Время, я еще не знаю, у меня свои обстоятельства дальнейшие будут складываться таким образом. Мы именно выявились причиной этих обстоятельств. Так, это у нас бизнес-вумен. Ага, по ноготочкам видно, сидит такая еба, блядь, надутая. Как Маратик, слышишь слово пацана? Вот так вот. Из-за вашей некой... Плохо слышно. Высокомерной, ну, нелепо высокомерной, которую вдруг возомнили... Интеллигенция, ребят, ну а хули? А ну, что здесь программирует, чел, я не понимаю. Это что? Что здесь у нас? Взлом идет, видеокамеры, такси. А с кем он вообще
Ничего не слышно. Я вообще не понимаю, да, давай другое.